Привет, дорогие друзья, вы на канале Мелагим. Ребята, вышло обновление, наконец-таки открылся магазин мебельный IKEA. Сейчас мы зайдем и посмотрим, что же внутри. Может быть, там будут какие-то секретики, которые мы с вами разгадаем. Давайте заходить, уже интересно, что же будет в этом магазинчике. Нажимаю на центральный вход. Ну все, поехали смотреть, что же внутри. Ребята, здесь так прикольно, смотрите, какое все яркое, у нас новые позы появились, мы вот так смотрим по сторонам, изучаем все вокруг, прикольно, новые позы, это всегда очень-очень классно, здесь есть вот такие ворота прикольные, мне очень нравятся, ребята, новые костюмчики, смотрите, какие классные очки у этого персонажа, очень красивые, и вот такая классная игрушка, с ней движение, а это, ребята, рулеточка, смотрите, какая она классная, можно теперь замерять все, вау, супер, мы с вами будем ходить по дому и все измерять. Прикольно. У него классная одежда. Футболка оранжевая и капри коричневый. Круто. Ребята, здесь столько всего. Смотрите, какие красивые вазы. Они просто потрясающие. Очень красивенькие. С ними, ребята, нет движений. Только то, что мы в магазинчике все изучаем. Ну ладно, давайте поедем дальше. Ваза классная. Я обязательно себе ее возьму. Здесь столько разных ваз. Просто посмотрите на это. И подсвечники. Смотрите, какие красивые. Ой, с ними есть движение. Можно задувать свечки. Круто, ребята, птички. Помните, они были в спойлере, я сначала не поняла, что это такое. Какие милые, классные птички. Еще, ребята, вот такие классные статуэтки и новые полотенца. Очень красивые. Им можно тоже вот так вытираться. Прикольненько. Ребята, это только начало и уже столько всего классного. Ну ладно, давайте возьмем сейчас тележечку. Просто посмотрите, какие огромные тележищи. Они просто огромные, ребята. С ними движения такие же, как и в продуктовом магазине. Смотрите, точно такие же, но это смотрится очень круто, их так много и они такие большие. Ну ладно, ребята, пойдем дальше, это радио сверху. Так, что у нас здесь есть? Буклетики, очень интересные, здесь у нас нарисована наша любимая Ригби и еще оранжевый буклетик, красивенько. А это, ребята, не игрушки, это тоже рулеточки, они такие хорошенькие, мне они очень-очень нравятся. Ладно, смотрите, вот этот проход, который мы с вами, помните, в темноте узрели, мы с вами вместе, мы с вами отправимся туда сейчас попозже. Я думаю, что это цокольный этаж, вниз там тоже много товара есть, ну ладно, едем дальше по этой дорожке. И здесь, ребята, смотрите, можно взять карандашик. О, какая прелесть! Карандашик, на который стиралка Ригби. Прикольненько. Движения такие же, как и с обычными предметами, ребята. С карандашами. Но очень милый карандашик. Ладно, я его сюда поставлю. Дальше. У нас здесь разные экспозиции. Есть мебель. Смотрите, какая тумбочка прикольная. Светильники. Новые горшки, ребята. Мы сможем с вами сажать теперь сколько угодно всего. Это так круто. Картины. Ребята, смотрите. У нас здесь есть экспозиции. Новая кепочка, круто, себе ее обязательно надену, девочке подарю за место этого заколки. Подушечки новые, смотрите, какой классный стильный шкафчик, книжки, ребята, круто, все такое красивое, мне так нравится, просто мега много разного новенького, вау, реально, мебели очень много, новых предметов тоже очень много, давайте поставим все на место, чтобы у нас было аккуратненько, смотрим, что здесь есть, ребята. Мега много всего. Диванчик, кресло, картина, украшения, тумбочки и тоже новый горшочек для цветов. Я очень рада, что у нас появились горшки. Круто. Ну ладно, поехали дальше. Смотрите, здесь у нас экспозиция, представлена вся мебель, но мы ее не можем взять. Смотрите, если мы на нее нажимаем, мы ее не можем забрать. Как же ее забрать в дом? Давайте я вам сейчас это покажу. Так, у нас такой персонаж интересный, смотрите, какой он. Это крутится вертушечка вот такая смешная. И здесь у нас нарисован шкафчик. Интересно, ребят. Кстати, кто секретики уже разгадал этой локации, обязательно напишите в комментариях. Очень интересно их узнать от вас тем более. Ребята, вот они, эти скульптуры смешные. Такие хорошенькие. Я себе одну возьму. Мне понравилась птичка, но ее я потом возьму. Смотрите, сколько здесь разных подушек. Такая, такая, ребят, вот радуга подушка. Такая красивая. Но, как я говорила, лифт пока что закрыт, потому что откроется еще второй этаж. Видите, две кнопки. Мы с вами на первом, откроется второй этаж. Круто, правда? А это схема второго этажа, круто, а мы сейчас с вами на первом. Ну ладно, пойдемте дальше. Здесь тоже есть вот такая экспозиция, здесь у нас кухня, скалка появилась вот такая классная, можно все открывать, можно все ящики смотреть, и внутри тоже много разных предметов прикольных.
Ребят, смотрите, какая новая кастрюля классная. А также перечница и для соли штучки. Круто, все такое красивенько. Смотрите, какой чайник классный. Вау, как настоящий. Ой, ребят, какая хрюшка здесь смешная спряталась. Так, а что это такое? Я хочу попробовать. А, ребята, это таймер, точно. У нас теперь еще один классный таймер в форме хрюшки появился, чтобы выпекать разные блюда. Фужеры какие классные, суперские. Все очень-очень красиво. Если тебе понравилась новая локация, мебельный магазин, обязательно поставь лайк под этим видео, и тогда выйдет как можно быстрее. Ребята, новое обновление, второй этаж, новые сережки у персонажа. Вау, в форме Ригби, ну это вообще что-то. Вы представляете, даже сережки в форме персонажа сделали. Как же это классно. У нее еще пластырь на лице, смотрите. А как его снять, ребята? Я не знаю, как его снять. Давайте попробуем. Наверное, он теперь в редакторе у нас есть такой. Либо... Ребята, а что это такое? Смотрите, у нее есть движение продавца, она торгует. Она предлагает товар, ей это не понравилось, она что-то отрицает и рассказывает про товар, показывает. И еще, ребята, вот такие новые движения продавца. Круто, это получается футболку надеваешь и получается у тебя такие движения появляются, прикольно. Смотрите, сушилка для посуды есть. Еще один горшочек, ладно, продвигаемся дальше. Что у нас здесь есть? Смотрим внимательно, здесь экспозиция уже с товаром, который был до этого. Но все очень красиво расставлено. Хорошо, мы здесь все посмотрели, нам все, ребята, понравилось. Как же нам все это забрать к себе домой? Все очень просто, смотрите, мы сюда проходим в самый конец. И здесь у нас... Смотрите, ножи и вот такие приспособления для кухни. Даже лопаточки вот такие красивые деревянные появились. Венчик, ребята, круто, столько всего новенького. Вот такие стаканчики граненые новенькие появились. И еще вот такие вот стаканчики. Так вот, как же нам все это забрать? Пойдемте с вами спустимся на цокольный этаж. Это у нас типа склада уже идет, где мы можем все купить. Смотрите, здесь все сложено очень в большом количестве. Вот, видите, чайнички еще какие-то новенькие. Вот такой, например, или вот такой чайничек. То есть их здесь несколько. Если мы, допустим, захотим себе купить, допустим, 3 чайника, мне нужно срочно, их больше нет. То есть они не появляются, эти чайнички. Но если мы из локации выйдем и зайдем, возможно, что они появятся. Сейчас, ребята, попробуем. Тут еще появились вот такие вот классные пакетики бумажные. Они такие прикольные, они так шелестят. Это бумажные пакеты, и в них можно складывать покупки, я думаю. Да, ребята, все прекрасно сюда помещается. Классно, если вам много не нужно набирать всего, вы можете в такой пакетик все это сложить. Ну ладно, идем дальше. Здесь опять у нас карандашики, и вот у нас кассир. Так, давайте посмотрим на кассира. Но он одет так же, очки у него тоже очень-очень стильные. Здесь у нас еще все закрыто, смотрите, а что у нас там будет? Показано, что это кухня. Видите, столик и 2 стульчика, но пока что все на стадии ремонта. Ну ладно, дождемся. Смотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас кухонная зона, очень красивые разные предметики. И вот, ребята, классный склад. Вот эти коробочки. Мы их можем с собой забрать. Смотрите, я беру коробку, но я ее здесь открыть не могу. И на этой коробке нарисовано... Что на ней нарисовано, ребята, я не понимаю. Ладно, давайте возьмем сейчас все это домой и откроем у себя дома. Эта коробочка автоматически открывается у вас в доме. И сейчас мы зайдем ко мне в дом, и у меня все это будет открываться. Будем смотреть. И когда я беру, допустим, коробку, появляется вот такой значок. Это значит, что последняя вещичка, и скоро их разберут, ребята. И нужно срочно их забирать. Если я заберу эту вещичку, то больше не появляется. Смотрите, и ставится восклицательный знак, что товар распродан. И обратно я ее уже поставить не могу. Видите, она рядом ставится. Прикольно, правда? Ну ладно, я возьму каждого товара по одному. Мы сейчас с вами распакуем, посмотрим, что это за классные вещи такие. Но они реально очень классные. Ковры тоже здесь нельзя открыть. Только в доме можно их открывать. Ладно, берем, все обязательно. Смотрите, какие полотенчики крутые. А там за стеклом видно, смотрите, проход. Прикольно. Это так классно смотрится. Ладно, здесь у нас птичка, картины, вот эти все украшения. Так, а что это такое? А, это подсвечник, красивенький. И вот здесь много тоже коробочек, которые я могу взять с собой. Давайте возьмем вот такой светильничек, вот это заберем, ковер. Так, что у нас? Стульчики какие-то новенькие.
полочка, ребята, еще стол, светильник. И, по-моему, такую я брала. Ну ладно, всякий случай возьму, вдруг не брала. Интересно, стульчиков сколько у нас? Смотрите, стульчиков очень много спавнится. Это классно, потому что стульчиков всегда нужно много. Ну, 4 стульчика спавнится, но это тоже прикольно. Ребята, смотрите, у нас здесь какое большое кашпо появилось. Целый ящик, чтобы садить растения. Как же это прикольно для сада. Смотрится очень-очень круто. Ну ладно, давайте дальше. Сюда мы можем пройти? Может быть, там что-то открывается? Я хочу на улицу выйти на парковку. Может быть, мы с вами сейчас найдем проход на парковку? Было бы, конечно, прикольно. Хочу еще на улице погулять возле этого магазинчика. Ладно, проходим вот сюда. Здесь тоже есть склад. Так, здесь такая красота, смотрите, какой прикольный шкаф вместительный, очень много полочек, мерные стаканчики даже новые появились, смотрите, какой подсвечник, ну, светильник красивый, круто, ребята. И вот еще коробочки, которые мы с вами еще не брали. Давайте брать, это у нас раковина, то есть все коробки это те вещи, которые на экспозиции рядом, допустим, стоят рядом гарнитурчики, и рядышком вот эти коробочки вы можете посмотреть на экспозиции, вам, допустим, понравился этот шкафчик, раковину, и вы себе набираете нужные коробочки. Классно, сковородки, смотрите, какие модные, стильные появились, очень-очень красивые. Да, ребята, мне понравился магазин, столько классной мебели, реально очень-очень-очень мне понравилось новое обновление. Смотрите, какая кастрюлька стильная. Ну ладно, я уже много всего набрала, у нас тут последний стеллажик, и здесь тоже раковина. Надеюсь, что это будет не повторки, но мы с вами все это заберем, потому что я хочу проверить, что же это за мебель такая прикольная. И у нас тут, я все считаю, здесь купила, и осталось совсем мало товара, никому теперь не хватит, ну ладно. Так, это сюда, все ко мне. Давайте вот этого человечка возьмем, не помню, брала я его или нет, хочу посмотреть на стену, можно его повесить или нет. Ну ладно, ой, ребята, сколько же здесь, смотрите, сколько же здесь кашпо и ящиков для растений, правда классно. Столько всего, и еще последний гарнитурчик вот такой. Ну хорошо, ребята, я думаю, что им можно будет сейчас поменять цвет в нашем доме. Сейчас проверим все это, соберем еще вот эту мебель. Не знаю, повторки или нет, пишите в комментариях, повторки это или нет, потому что я сейчас могу запутаться, у меня столько коробочек. И, ребят, пишите секретики, которые вы разгадали в этой локации. Мне кажется, все-таки должны быть секретики, потому что локация реально очень огромная. Так, все, здесь прохода нет, это не дверь, это у нас окно. Хорошо, будем изучать, куда мы еще можем с вами попасть. Так, я пришла, получается, вот по этой лестнице, которая у нас в центре. Мы спустились с вами вниз, да, в зону, получается, загрузки товара, куда склад, своего рода склад. А это у нас первый этаж, где в основном только полки для представления товара, где товар рекламируют, так скажем. Да, ребята, а на втором этаже будет еще, смотрите, мягкая мебель и еще будут гарнитуры. Ничего себе, у нас и так столько гарнитурчиков, еще будет много всего. Прикольно. Интересно, ребят, что это такое? Ну ладно, давайте сейчас отправимся с вами обратно к нам, домой обратно, да, я отправлюсь домой к себе. Интересно, как будет работать антивор? Все, можно вывозить, он не пищит. Ну ладно, ребята, возвращаемся домой. Так, я хочу выйти вот сюда. Так, и я опять попадаю вниз. Хорошо, я не могу выйти из этой локации, значит, мы с вами идем домой. Распаковывать все наши покупочки. Мы столько всего с вами набрали, это очень-очень прикольно. Нам понадобится с вами просто очень много места. Давайте распаковывать все наши красивые вещички. Так, ну давайте начнем вот с этого. У нас здесь... Ой, какая лампочка хорошенькая, ребят, смотрите, она наверх улетела, такая хорошенькая. Так, а можно и цвет? Ой, можно и цвет менять, и она может светиться, смотрите, белый, более теплый свет, даже можно цвет менять, классно, как в реальной жизни, просто супер. Ладно, распаковываем следующее. О, вот такой шкафчик нам попался, смешно, это какой-то киндер-сюрприз у нас получается, мы не знаем, что нам попадется. Шкафчики, ой, какая вешалка классная, ребята, нам ее не хватало, правда, вот этих вешалок, я так и хотела, и они появились, круто. Вот такие светильнички на стену, очень красивые, давайте попробуем, какой цвет им можно делать. Да, ребята, они тоже разные цвета, смотрите, тепленький такой и белый, прикольно, и дерево тоже можно менять цвет. Ладно, следующий киндер-сюрприз, это шкафчик, ему можно менять много цветов, делать как обычно,
Круто, ребята, можно разные цвета ему делать, светлые, темненькие, кому как нравится, прикольно. Следующий киндер-сюрприз-коробочка, и это, ребята, большой шкаф, куда поместится просто море-море всего. Но мы с вами это видели на экспозиции. Так, это у нас что такое? Ой, стульчик хорошенький такой. Да, стулья тоже классно, новенькие. Круто, вот смотрите, дальше ковер, можно его просто разложить, и он теперь вот такой у меня, и ему можно поменять цвет, и цветов реально очень-очень много, вот такой и темненький, круто. Следующее, это у нас, ой, какая лампочка смешная, вот такая, мне нравится, классненькая, и тоже у нее несколько освещений, но вот бирюзового уже цветного освещения нет, жалко, конечно. Еще один коврик, и он, ребята, такой же, я два коврика одинаковых купила, вот это да. Так, ну давайте следующее, у нас много мебели, о, какой стул красивый, мне все так нравится, все такое красивое. Так, у меня куда-то спряталась полочка, классно, полочек много не бывает. Огромный обеденный стол, ребят, смотрите, какой он просто огромный, стеллаж большущий, еще стол. Так, светильник, вот, еще такой же светильник я взяла, получается, с разных полочек повторки появляются. Ну ладно, повторки, ничего страшного, ну, давайте еще смотреть. Так, это у нас что? Что-то у меня там спряталось. Ладно, ребята, неважно, мне кажется, это повторка. Ладно, давайте разбирать там, где меньше всего у меня мебели. Вот здесь, например, что это такое? Ой, картина красивая, очень даже симпатичная. Полочка, еще, ребята, вот такая тумбочка. Дальше еще один такой шкафчик, только ручка немножко другая. Ой, еще вешалка, ребят, смотрите, какие крючки классные, другие уже. Столик. Еще, ребята, тумбочка, еще стульчики разные, столько мебели, раковина, еще одна раковина, еще вот такая тумбочка для кухни, еще для кухни, и у меня тут еще, ребята, две маски, можно на стену вешать? Нет, ребят, на стену нельзя вешать, она просто как декорация, на столик ее нужно ставить, ну ладно. Так, и что у меня здесь? Это вот такая большущая лампочка прикольная. И еще, ребята, вот здесь у меня еще один светильничек, вот такой прикольный. И еще что тут? Ой, ребята, еще одна картина огромная. Вот это да, я просто все завалила мебелью в своем доме. Но мне это даже очень-очень нравится. И еще вот такой прикольный светильник. Ребята, мне понравилась мебель, в принципе, очень много, но еще мне понравился вот этот классный пакетик шуршащий. Обожаю такие пакетики. Эко-про-пакетик. Ребята, мы с вами еще вот этот сарванчик не купили, он тоже такой прикольный и вместительный, но я думаю, что вы сами проверите, как он будет смотреться дома. Вот, можно купить, все, коробочки есть, прикольно, правда? Но здесь мы коробки не можем открыть, хотелось бы, конечно, ну ладно, потому что мы не сможем перенести к себе домой. А еще в этих локациях есть классные баги, смотрите, я вот сюда персонажа до конца делаю, и он у меня куда-то улетает, правда смешно? И малышку тоже можно, куда мы улетели, ребят, вот это прикол. Вот так листаем-листаем, а мы оказывается здесь, правда смешно это? Все, и мы можем теперь стоять вот на таких железных ящиках, смотрите, просто персонажа вот так вниз делаете и стоите на столе, правда прикольно это все выглядит? Так что баги здесь есть, ребят, пишите в комментариях секреты и баги этой локации, обязательно покажу их видео, но это очень смешно все выглядит. На этом все, мои дорогие друзья, мне локация очень понравилась, столько мебели, столько всего новенького, ящички, вазы, подушечки, шикарные мебельные разные комплекты, так что 10 из 10 новому обновлению. На этом все, мои дорогие друзья, жду ваши комментарии, секретики, ну лайфхаки, конечно, и баги новой локации. Всем спасибо за просмотр, всем классного настроения и встретимся, как всегда, на канале Мила Гейм. И всем пока-пока!